Гармаш — фамилия украинская. Совершенно. И родились вы в Херсоне. Да. Но при этом у вас как позиционирование? Сейчас ведь начали делить, там, вот, допустим, я там читаю про Коротича, написано «советский и украинский там поэт, писатель и прочее». Вы советский и русский или советский, русский и украинский? Вот начали сейчас все делить, ведь как это бы... Это серьезный вопрос. Да, и понимаете? Гармаша, наверное, хотят все иметь. И дело, как... дело в том, что, скажем, я не обделен вниманием ни украинских СМИ, вот, ни украинского кинематографа. Я получаю оттуда огромное количество предложений, у меня там огромное количество друзей. Кроме всего, это моя родина, живут там родители. Но, понимаете, вот это вот деление, это до такой степени неправильный и до такой степени серьезный вопрос, что если бы сказать все откровенно по этому поводу, мне закроют въезд туда, вот, на Украину. Тогда не будем. Понимаете, я отношусь к этому исключительно не с точки зрения какой-то политической и национальной, а только с точки зрения культурной. И если немножко вспомнить просто нашу историю и нашу культуру, вот, то очень трудно будет делить. Вот. Начиная с городов, которые построены были русскими людьми, русскими царями, русскими архитекторами, и потом переходя постепенно к кинематографу, к литературе и ко всему прочему, то вот где здесь вот эту линию раздела делать, вот, если посмотреть, этого просто-напросто не получится. Или получится так, что от какой-то из двух культур не останется ничего. Вот, поэтому вопрос... Это правда. Вот. Это правда. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».